В нашем городе 7 образовательных учреждений, 2 высших филиала КУЗГТУ и КМГУ и 5 учреждений среднего профессионального образования, техникума и колледжи. Сегодня на сцену вышли студенты, чтобы рассказать школьникам, куда пойти учиться. Какие нужны документы для поступления, какие есть льготы, какие особенности, да, в этих вузах. Неделя профориентации в Кузбассе проводится ежегодно в каждом городе. Мероприятие запланировано на каждый день. Главная цель проекта – помочь ребятам определиться, куда пойти учиться после школы. Железнодорожники, медики, кулинары представили свои учебные заведения в творческой форме. Танцевали, пели песни, подготовили тематические театральные постановки. Ярмарка профессий собрала почти 200 школьников. Это мероприятие получилось самым массовым. Остальные будут проводиться на базе отдельных учреждений. Будет проведено на поселке Колмогоры в школе-интернате 36 28 ноября единый день профориентации. Будут проходить мастер-классы в образовательных организациях общего образования. Будут проводиться экскурсии на предприятия. Будут проводиться дни открытых дверей. Будут проводиться профессиональные пробы в филиале КМГУ, да, Беловском. То есть мероприятий запланировано очень много. На особом контроле дети, находящиеся в специализированных учреждениях, приютах, домах-интернатах, дети-инвалиды. Для них разработан отдельный план мероприятий. Неделя профориентации продлится в Кузбассе до 3 декабря.